Итак, всем привет, мы хоть на канале Хардлор, вторая серия прохождения игры Ankhnoft Fight, и мы продолжаем. Что? Что это было за место? Словно я попал в какой-то сон, но... Нет. Это другое. Как будто смотришь на старые фотографии. Это уже происходило. Я в этом уверен, но когда? Напомню, мы в первой серии попали в мир, где было все чисто черно-белое. Ты появляешься лишь, когда тебе это угодно. Это твое путешествие, а не мое. Моя помощь тебе не нужна. Мое путешествие настолько обуви выбора мне не оставили. Не волнуйся. Скоро все это обретет смысл. Смысл? Что обретет смысл? Мне все это кажется изощренной попыткой. То место. А то непонятное место, где я. Что это было? Это была часть тебя, которая тебя не успела. Когда ты попал сюда, и твои воспоминания были отдельными от тебя и обрели свою жизнь. Ты получил возможность вновь переживать важные моменты своей жизни, чтобы по-новому взглянуть на них и еще раз узнать, кто ты есть. Узнать, кто я есть? Как бы мне хотелось это узнать. Как я есть или кем я был? Я ничего не помню о своей жизни. Возможно, этому есть причина. Причина есть всегда. Немедли, и скоро ты поймешь причину всего. Кстати, мы в прошлый раз шли, этих хрени здесь не было. Ну, были бы, если ворота, получится, открылись, а мы прошли через них. Так, да, все правильно иду. Так, оп. А, ясно, понятно. Кстати, по-моему, этот червяк из первой серии тоже был. Ой, не-не-не, стоп, не падать. Жоп. Жоп, так. По-моему, здесь стрельнуть нужно. Один. Нет, стоп. Да, один камушек. Блин, прицелиться. Ну, отлично, попали. Ага, ясно. Типа, это наше оружие? Ну, ок, ясно, понятно. А два это фонарик. Я вижу дохренища мишени спереди. По всем подряд стрелять? Бум. Походу, да, строим какой-то мостик. А здесь больше ничего интересного нету. Ну, оттуда я пришел. А, не, больше ничего интересного. Так, стоп. Блин. Блин. И я построил себе мостик. Ой, бля, сколько здесь стрелять придется. Главное приспособиться к тому управлению, и все будет зависеть. Так, нажмите и возьмите артефакт, затем используйте два, чтобы собрать вторую способность. Типа... Ну вот, я встал сюда. Вы должны смотреть одновременно на все отметки. Это как?
Окей. Так, чтоб не попал. Попал. Бля. Начинается. Так, сюда я пришел. Причем далеко чекпоинт поставили. Не, на самом деле не легко. Ладно, пофиг. Я не понимаю, просто не долетаю. Даже вот бегу с разбега, получается. И просто не могу долететь. Так, оп-оп-оп-оп. Оп. Опа. Все, найс. Оп. Так, знакомая штучка. Все три отметки. Так. Здесь опять все три отметки. И... Нажмите и возьмите артефакт. Используйте его, чтобы оглушить врага, чтобы сокрушить врага. Так, все ясно. Но себя ебнет. Блять, уйди нахуй! Фу, сука, блядь. Ну, конечно, сейчас пиздец дико пересрал. Ладно, окей, съебаем. Даем максимальные раны. Я просто никак не понял, как его вообще убивать. Я его и так, а ему как-то похуй, я ему и в хвост попал, и в голову не стрелял. Блять, по-моему, он бежит за мной. Ёбаный рот, он бежит за мной. Мне кажется, он до сих пор бежит за мной. Отстал. Во петух ебаный, конечно. И... Сезам, откройся. Хуль, бля. Мне уж пойти этого дебила убить, или... В смысле, в чем прикол? А. Ясно, понятно. Делаем так. Делаем... Ой. Делаем так. И вот теперь делаем вот так. И в чем прикол? Окей, давайте сделаем вот так. Не работаешь. Сделаем вот так. Ну ты работаешь. Что за херня, бля, ни хера не помню, что я сделал, просто там потыкал, тут потыкал, там потыкал. Тык. Ну вот насчет врагов, конечно, это был прям вообще такой пиздец. Так, кристаллик. Воспоминания, походу, опять? Да. Вон та хуйня сзади бегает.
А, ну говнецо какое-то. Я думал, опять просто играть в черно-белом мире. А тут так. Слегка просто. Да, блядь, пиздец. Я вижу этих пидорасов. Я не понял, как их убивать. Я не понял, как этих дебилов, блядь, убивать. Чтобы их от них съебать. Петух! Да отъебись от меня нахуй! Сука, он бежит за мной. Пидорас, блядь, прыгай! Пиздец, нахуй, блядь, у меня ёбнул. Уйди нахуй, пожалуйста, уйди нахуй, пожалуйста, уйди нахуй. Слышь, чмошник? А может, ты помрёшь сегодня? По-моему, я его, блядь, должен убить, нахуй, но ему похуй. На, нахуй, блядь. Ты чё, мудак, блядь? Не, ну ты, блядь, пидорас. Ран, сука. Нахуй. Я сказал нахуй. Нахуй, блядь. Меня нахуй, нахуй, нахуй. Сука, блядь, ебучая. Беги, блядь, долбоёб. Сука, быстрее, он бежит за мной. Беги, на, беги, 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 вагина тупорылая, блядь, беги. Сука, беги, сука, беги. Ой, блядь. Блядь, нет, ну я, конечно, вообще ебал этих ёбков. Ой, нахуй, блядь, нихуя себе. Типа я их убивать не могу, я могу их только оглушать, если я правильно понял. Потому что я по ним стреляю, а им тупо, я, кстати, пофиг. На мой урон. А, вот еще. И эта тупорылая, блин, штука с копьем. Ну ебаный рот, я опять вижу этого ебка. Отъебись. Сука, блядь, тупая, нахуй. На, блядь. Как здесь подохнуть? Ну, можешь прыгнуть сюда, конечно, дебил. А, вот, нахуй. Короче, все понятно. Мне это можно не делать так, чтобы как-то забаговали все дебилы, меня вообще не трогали. Так, мне нужно вот эти. Короче, я его ослепляю и быстро нахуй даю дёру. Мудак! Ты чё, дебил, тебя похуй убить было? Я слышу, какой-то пидорас бежит за мной. Ёбаный рот. Нахуй, блядь, пиздец, беги, сука! Не, все, он больше за мной не бежит, вагина ёбнутая. Но все-таки по ней как убивать. Да ну пиздец. Все легче, чем я думал. Лишь бы этой ебаной вагины не было. Или ты их вроде пока не вижу. Знаете, мне это, эти вагины мне напоминают как бегущий в лабиринте, блядь. Примерно смысл такой же. Беги, сука. Блядь, мне что-то это вообще не нравится.
типа. Я юзаю рычаг. Появляется эта херня, из нее что-то вытаскиваю. И все. А, стрелять, ясно. И все, где? Там третья, по-моему, должна быть. Какое-то солнце что-то показывает, прям светит этот. Нихера не понятно. Так, эта херня поднялась, окей. Раз. Два. Три. Сюда нет? Нет. Все, все, все. Дверь открылась. Беги. Эта дверь в светлое будущее. Everything's getting more and more absurd. О, блядь, я согласен, чем дальше, тем тут не быть педагогом. Вообще, бля. Это дом. Да нахуй как-то. Ну пиздец, нахуй, если сейчас будут скримеры, это вообще заебись. Просто заебумба будет. И хуля мне делать? Блять, а скиллы мои не работают. Я вот юзаю 2-1, 2-1. Что, блядь, здесь происходит? Так. О, бо-бо-бо-бо. Ой, бля. Это капец трудно. Просто. Это настолько неудобно целиться, стрелять. Потому что я нажимаю на стрелять, и курсор вперед сбивается. А, пиздец. Во, ровно. Попал. Да, все. Побежали, 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 побежали. Ух ты, блядь, смотрите, пидорас. Давайте я попробую все-таки его убить. Я собирал туда дорогу, а это куда дорога-то? Пиздец. Ослеп нахуй. О, блядь. Да ну нахуй, блядь, пиздец. Нихуя не понял, как убивать. Я не знаю, блядь. Он уже должен как-то помирать там живом, сокрушить врага, цифра 1. Это как-то на него сокрушать, нахуй. Ты чё, мудак, тебя, блядь, похуй? Что, блядь? Сейчас выстрелили. Фрагментик-то не взял. Угу. Конечно, капец, блядь, стрёмная игра. Она красивая одновременно и одновременно стрёмная. Особенно эти пидорасы. Ох, блядь, ебать, я дергаюсь от них. Ну, посмотри особенно вот на эту картинку. Ну, трэш, блядь, сейчас нахуй скример еще будет. Не, нахуй, как, блядь, так, как без скримера? Просто скажите, как, блядь, без скримера? Окей. Чекайте, нахуй еще эта хуя стоит. Ну, блядь, подойду я к тебе. Ой, блядь, ебануться, вас там двое. А вы можете по одному на меня напасть? Я вас потихоньку перейму. А вот пусть так и вот. Мудак, нахуй.
Я, блядь. Я просто не понимаю, как это уёбка ебашить. Я просто вагина, блядь, нихуя не понимаю, блядь. Кристаллик. Значит, кристаллик ебучий убирается постоянно. Да слепни нахуй, дебил. Бля, в того один, в этого два, блядь, в того... Кали, по скрипту они должны были вдвоем нападать. В этого три. Что, блядь? Я не понимаю. Моя логика сломана. Я все правильно сделал? Да, я все открыл. Фу, бля, насколько же это ебучая игра, блядь. Просто пиздец. Она интересная, да. А это что за хуйня? Начинается. Ой, блядь, начинается. Ой, что это зеленая хуйня? Это типа какие-то активаторы, режимы. Что ты такое? Не, блядь, ну чувак, ну нахуй, блядь, так скринить? Я тебя, конечно, пиздец ебал, блядь, но ну, настолько резко, блядь, появляться, зачем? Нахуя, блядь? Опять тебе, блядь, ебучие туннели. Ладно, побежали. Все работает. Закрыто, бля. Поворот, блядь, ебучий, нахуй, сука. 5.25, это хуй, да, не хочу врач назад, нахуй. Фу. Фу. Нахуй, блядь, так резко, сука. Мадам, ты ебанутая, блядь. И хули мне делать дальше? А, ну... Ну, может мне прострелить? Скорее всего, просто идти назад. Это такая же хуйня, как была только что. До этого. Не, нихуя, блядь. А хули тогда делать? Не, бля, она сняла в ту сторону, она мне показала, что мне нужно идти в... Сюда. В шкаф. Логично. Блядь. Хули произошло? Это генератор, блядь, пиздец. Может теперь идти обратно? Потому что коридор такой закругленный, он как в том происходит коридоре. Нет, нихуя. А хули это мне делать? Под видео, по-моему, очень долгое получается. Сейчас вылезу с этой пизды и буду заканчивать. Ой, ебаный рот. Ну скажи, а хули тебе надо тогда? Лампочка, тумбочка, кровать. А. Ага, ясно. Again? Опять? Здесь что произойдет на этот раз? Опять черно-белый. Я не испытывал страх перед тем темнотой. Однако вскоре должно было что-то случиться. Нет, это что-то должно было случиться снова. Так, элементы атаки у меня здесь нету. А.
Простой треугольники. Плюс пиздюк подойдет, конечно, на них. Я очень хотел это делать. Но другого выхода просто не было. Там будет матом, блядь, столько, что просто охуеть. Хотя я, блядь, здесь матерюсь, как-то, блядь, что такое, скример в них, а там, блядь, скример вся пизда нахуй будет. Ой, блядь, еще чё. Я хуй руку чесу на клавиатуре, ха-ха, дебил, блядь. Несу, как говорится, несу руку туда, куда не сунул бы хуй. Теперь и папа, и мама придут и смогут помочь. А, ну парень, да, он развернул свои баллы, чтобы уже ходить. Нет, мама, папа, это все моя вина. Ты вернулся? Я снова был в том мире. Узнал что-нибудь о своем прошлом? Мое имя. Меня зовут Ричард. Отлично. Имя. Это очень важно. Нельзя найти себя, если не знаешь хотя бы своего имени. Узнал что-нибудь еще? В моих воспоминаниях все так запутано. Но... Что такое? Мои родители. Что-то их убило. Ты видел, кто их убил? Нет. Понятно. Он снова исчез. Так. Наверное, на этом моменте мы и закончим вторую серию игры. Не помню название, извиняюсь. Ну, короче, все. Всем спасибо и пока-пока.